время? Нет. А как вы играли? А, вы только не гоните, особенно. Нет, сейчас уже даже медленно. Не надо ничего. Нормально. Мы вот модерацию не делали. Ну, сделаем сейчас. Делали. Я могу объяснять. Давайте первый. А сейчас еще репетировали, а Шенин забыли про нее. Ну, как там, до или рядом что-то? Ну, сейчас вам до работаем. Ну, давай до, играй пока. А я еду. Мечтаю. Повышение, но я не буду тратить. Когда мы поехали, чтобы не было сразу, как туда не попасть. У меня бикарты тоже поедет, нарисовывается сейчас. Нет, ну там через ноту сразу с донора на ред очень долго. Ред удобно, конечно. А там кого-то промежуток, значит, там на пианине. Вот ваше мнение о Михаиле Новицком. Я пойду, чтобы меня не послушали. Он застеснялся, видите, какой скромный. Он даже не утерится никогда, когда поет. Не тот вовет, даже слово такое легкое не придумает. Ну вот, все в порядке, гений, талантливый. Видите, какой ансамбль создал Майкович. Сколько-то, 10 человек там кричит. Около этого, стали все запасных. Нет, я с ним уже не первый раз. Видите, как легко с лета сразу играет. А других надо неделю учить даже первому куплету. Хорошему, ну, видишь, как. А движение... Активный, он все зеленые растения любит. Защищает их грудью. Добрый, что ни на есть, друзья. Вечер как? Добрый вечер. Добрый вечер. Мы рады, что вы собрались. Извините за небольшую задержку у нас. Ну, маленькие технические эти самые, но при помощи котейки мы решили все технические вопросы, я надеюсь. И как я понял, Краснодарский край с нами, Гемендендвор с нами, Макс, значит, Петербург с нами. Да, это Макс пишет, это видео снимали к фильму «Нет дня без подвига», но в итоге в фильм кадры не вошли. Но кадры греют душу, естественно, мне, вот и автору съемок Макс Горсков. У нас сегодня будут еще кадры с Юрием Кукиным. С Алексеевичем Кукиным, поскольку у него позавчера? Да, позавчера, 17 июля, у него случился день рождения. И вот мы его вспоминали на даче, честно говоря. Вот, пели песни у костра. Да, у нас такое было дело. Маргарита на посту. Да, Маргарита передает... Ксюша Горелик с нами. Всем котам приветы. И не только котам. Мы надеемся, что да, наш виртуальный круг собрался, сидим мы за своим виртуальным столом. Я надеюсь, что у вас за эту неделю не было никаких потерь, а если мы были, но не более чем укус комара, вот, или там профилактический укус. Так, что такое? Ничего.
Галина Польских пишет, что у нее зависает интернет. Пожалуйста, друзья, напишите, у кого как видно и слышно, потому что мало ли, вот у нас были технические проблемы перед выходом. Нам интересно, как вам слышно. Да, кстати, слышно ли? Главное, чтобы радио работало. Да, может быть, даже видео не так обязательно. Видео мы всегда заменим котейкой, да? Да, Слава Егоров с нами, Марьяна Абрамовна Ханукова, Владимир Усов, Олег Богданов. Да, Марьяна Абрамовна пишет: Маргарита на посту. Привет ей от Синильки. Слава Котенков. Александр Слава Нейман. Да, Слава Егоров пишет: звук с помехами. Коли у нас я чуть-чуть приберу его. И Макс, который снял видео, которое вы смотрели с нами, то мы, может быть, и все начнем с песни, которую заказала нам Шашкова. А, кстати, Шашкова не нарисовалась в эфире, да? Пока я ее не видела. Угу. Вот Слава Егоров пишет: отлично, сейчас все окей. Лариса Павлова, звук стал громче, но я его прибрала сейчас немножко. Угу. Если будет сильно громко, я еще уберу. Так, этот можно тогда убрать. Угу. Ну все, давайте что-нибудь тогда чего-нибудь петь. А я предлагаю, вот пока у нас тут Макс в эфире есть, да, то начать. А, Шашковой Тани нет. Я нужно она в записи увидит, если такое. Тани Шашковой не вижу. Нет, давай мы ее подождем. Макс, ну и ты тоже не уходи. Да. Вот. А мы пока вот раз Слава Егоров есть, то давай с его заявки начнем. Давай. Он заказывал песню «Дорога домой». Ну, то есть песня водителя. Средь сосен и гор замелькали леса и обители, и рассветы сменяются тьмой. А у водителя есть дорога из дома домой. Ни нрава, учения, и никто не стоит над душой. Только ты да твое приключение, и твой мир бесконечно большой. Вспомнил детство, советы родителей, ту весну, что случилось зимой. У водителя есть дорога из дома домой. Дорога домой. Здесь смешные и странные случаи, новостей всякий раз череда. Даже если маршруты изучены, рейс на рейс не похож никогда. Сверху ангелы, эх, покровители, наблюдают над трассой рекой. Ведь у водителя есть дорога из дома. Сосен и гор. Здесь не гонки, здесь все победители.
соберись и машину умой. Ведь у водителя есть дорога из дома домой. Дорога домой, дорога домой, дорога домой, дорога домой, дорога домой. Спасибо, друзья, слышали ваши бурные аплодисменты. Спасибо. Вот Матвей пишет, что Матвей стал плюхать стало у него. Может, ему реже стал плюхать? Не знаю, что у него стало плюхать. Напишите еще кто-нибудь, плюхает у вас или нет. Вот, а мы пока еще о чем-нибудь поговорим. Хорошо. Вот. Так, вот, Слава, удалось тебе песню послушать? Или у тебя тоже плюхало? Слава пишет спасибо. Слава, да, Слава пишет Мария спасибо. Мария Горбач присоединилась. Ага. Ольга Калашникова. А черемных там нет, случайно? А вроде она была, Мария. А, ты меня путаешь. Мария Горбач есть у нас. Виктор Медведев. Виктор Подлесный пишет, теперь все отлично. Да? Да. Ага. Ну, пишите, друзья. Пишите обратную связь, нам очень важно. Таня Шашкова есть ты или нет? Нет, я скорее не всего, нет, нам нарисовалось. Вот. Ну ничего, послушать записи. Хорошо. Давай мы сейчас выполним песню, заявку Наташи Ивониной. Она здесь есть. Да. Она писала, что отлично ей видно и слышно. Так, тогда исполним ее заявку. И она заявляла, слушая сердце свою песню. Угу. Светлана Ефремова присоединилась, Южная Каролина. Привет. Слушай сердце свою песню, написано на музыку к кинофильму «Берегись автомобиля», на музыку Андрея Павловича Петрова. Такую попытку делал еще однажды товарищ, наш приятель, можно сказать, Евгений Евтушенко в свое время. Он делал на эту же музыку песню про «Шестиклянного человека». Вот, они делали это вместе, когда ехали на юбилей к Рязанову. Вот. Но мы стараться будем, так что... А, и Горбач и Черемных. Оба два собрались. И Горбач и Черемных. Видишь, как хорошо все. Таня Ромашкина. Привет, Израиля. Здорово. Шалом, Израиль. Как правильно говорить? Шалом. Шалом. Хорошо, поехали. Песня... Это же душа твоя, ты слышишь, друг? Нет сна, и поет она. Самая прекрасная твоя струна. Тик-так, в мире кавардак. И не понять, и не узнать, то лучше друг, то враг. Может в жизни все случится. Птицы, люди, люди, птицы. Тук-тук, тук-тук. Слушай сердце свое. Ты из тысяч узнаешь ее, и когда так случится себя, ты найдешь. И пыленью души поспеши, поспеши, поспеши. Этот год, этот день, этот миг ты уже не вернешь. Ночь, снег, мокрое шоссе. Может показаться, что уснули все. Свет, фар, на душе темно, но горит надежды твое окно. Вот, тот самый поворот, а там судьба твоя. Она не спит и ждет, может в жизни все случится. Птицы, люди, люди, птицы, тук. Свое,
ты с тысячу знаешь ее, и когда так случится себя, ты найдешь. И по велению души поспеши, поспеши, поспеши. Этот год, этот день, этот миг ты уже не вернешь. Тук, тук, что это за звук? Тук, тук, тук. Макс пишет, уровень звука потише сделать. Я сделаю. Хорошо, сделаем. Ну, а Макс, когда Миша говорит, оно тихо, когда играет громче. Надо постараюсь поближе говорить. Говорить погромче, петь потише. Хорошо. Вот. Поскольку вот нас... Таня Шишкова пришла. Да, горная фея гуттаперчевая с нами. Хорошо, Макс. Так. Макс спрашивает, Миша, помнишь ли ты песню «Афродита» из твоей группы «Автобус»? Конечно, ее помню. Ее помню. Но не так ее помню, чтобы ее исполнить. Спасибо за память. Но такую. Может быть, ты к следующему разу ее? Макс, давай, да, может быть, к следующему разу. Мне бы тоже хотелось, да? Ее послушать. Я давно ее заказываю. Хлюпает гитара. Может, это ее... у кого хлюпает? Ну, говорит, гитара хлюпает. Может, подачу в микрофон поменьше делать? Попробую сейчас минимизировать усиление гитары. Поговори пока, расскажи что-нибудь про наше мероприятие. Так, хорошо. Ребята, что нас ждет впереди? Несмотря на коронавирус, который буйствует, вот, мы все-таки... Плюхает откровенно. Что же значит, она плюхает? Гитара. Бас жесткий, а все остальное ноты окей. Если бас жесткий, так мы его сейчас... Бас мы-то припилим. Потому что я уровень прибрал басом, может быть, ничего. Хорошо. Попробуем, может быть, так. Так. Значит, что нас, друзья, ждет? Сейчас нас ждет, во-первых... кто более-менее в Петербурге или около находится, ждут следующие события. Встреча на хуторе Ёлки 8 числа. Я в обратном направлении двигаюсь, да? 8 числа будет фестиваль нашествия хуторе Ёлки. Вы можете эту всю информацию найти у меня на страничке. Ведущий фестиваля Олег Гаркуша. Я там специальный гость, окромя куча многих рок-команд, ну и хедлайнер концерта будет Сурганова, Света Сурганова, возможно, она даже меня, так сказать, узнает. Потому что раньше мы очень хорошо дружили, когда служили в этом, как он называется? В армии. А? Да не в армии мы служили. Мы служили в лектории зоопарка. Вот, тогда вот там были все крутые. Вот, а теперь разные крутизны. Вот, но это будет фестиваль настроения на хуторе Ёлки в Карелии. Карелия, ребята, у нас почти за границей, почти Финляндия. Другие отношения, другие ритмы, другая эстетика, даже вокзал такой, как будто в кинофильме. Ученицам старшим, особенно младших классов, строго запрещается появляться на вокзале, особенно в часы прибытия дизель-электропоезда. Там такая дежурная ходит по вокзалу. Да, такой фильм был. «Безымянная звезда», да. Он назывался. Хорошо, надо петь. Друзья, напишите, как сейчас. Вот, потом у нас будет «Бум Сфинкса» 25 числа. Мы 25 числа, 25 июля обязательно встречаемся у «Сфинксов» в 16 часов, чтобы помянуть Владимира Семеновича Высоцкого. На его любом месте. Это возле Академии Репина, имени Репина, возле «Сфинкса». Ну, где «Сфинксы» в Петербурге, это любая кошка вам подскажет. Даже... 16 часов. 16 часов, да. Поем, приходить цветы, мы спускаем на воду, это будет красиво. Вот. И 1 августа мы затеяли музыкальную экскурсию на автобусе. На автобусе мы будем ездить по городу, петь песни.
и смотреть интересные места. Да. И в конце концов видеться. Да, сейчас мало где можно увидеться, но вот такая история у нас. Елена Кокшарова пишет, что сейчас все нормально. Тогда поем следующую песню, а иначе как? Вот Таня Шашкова у нас пришла. Все совпало. Макс здесь. Таня здесь. Таня здесь. Да, и Таня у нас заказывала песню «Все любимые» на слова Натальи Горсковой. Да, то есть мамы нашего бессменного режиссера всех фильмов о нас. Не слишком я прибрал гитару? Ну-ка. Ты прибрал, и я прибрал. Все мы прибрали. Ну, попробуем сейчас, что будет из этого. Обещали лекарства, оказалась отрава. Отрицая коварство, все любимые правы. Все любимые правы, все любимые правы, отрицая коварство. Оказалось, отрава. Твержу неизменно, все любимые правы, все любимые правы, все любимые правы, не литовка и лимена. Хоть веди на расправу. Захлебнувшись бедою, нет на сердце управы. Что ж мне делать с тобою, все любимые правы. Все любимые правы, все любимые правы. Захлебнувшись бедою, нет на сердце управы. Мне ли торг, мне ли мена? Что мне делать с тобой? Все любимые правы. Спасибо, Михаил. Ну что, наконец мы это была заявочка Тани Шишковой. Да. Он, не знаю, может быть, он сегодня и не очень хороший, но, наверное, как Макс действительно пишет, что это не справляется, не успевает кодировать нагрузку. Интернет может быть хорошим. Под вечер решили все смотреть. Спасибо огромное, волшебно. Хорошо. Главное, что наш заказчик доволен. Танечка, надеюсь... а как тебе видно? Спасибо всем. То есть, Таня, тебе все благодарят за этот заказ. И Макс, и... О, кумы знаевые все. О, давненько не чув. Давненько не чув. Кумы, як ти? Як. Живемо тихенько. Чи ти багато риби наловив там, чи що? Да, на рибалку ходить. Концерти пропускають. Ну, дуже рад, дуже рад. От мой суржик, да, там, він український. Ну, нічого. Егоров, слава хлопает, давненько не чув. Так, все, поехали дальше. А кто из вас, скажите, пожалуйста, смотрит футбол? Да. Ну-ка есть... напишите нам, вы болельщики или нет? А мы, так сказать, просто от балды, потому что весь город у нас шумит.
кто-то там с кем-то играет. Зенит со Спартаком вот. Сегодня играет. И иногда мне кажется, что наша страна называется трогательно, конечно. Да, сам пою, самого трогает, Галь. Вообще футбол не является моим любимым видом спорта. Я больше люблю бобслей там всякие там. Вот, что-то такое, фигурное катание там. Ну, на что можно посмотреть там. Как 22 бугая гоняют 2 часа по полю. Ну, в общем, Газпром вроде сегодня продул. Неизвестно. Неизвестно? Там было 2-1, но сейчас не знаю. Вот. У нас, в общем, тут соседи все болеют, поэтому мы знаем иногда счет. Когда мы слышим, кто-то из соседей плачет, значит, кто-то продул. Потому что один болеет за «Спартак», а другой болеет за «Зенит». И причем они сейчас оба, наверное, слушают нашу программу. И сейчас споем песню про футбол. Как Шарова Лена пишет, я люблю футбол. Не люблю футбол. Нет, она пишет, я люблю футбол. Не смотрю. Как Шарова очень любит футбол. Сейчас. Стадиона. Дайте, дайте, дайте. Что? Дайте, дайте, дайте флаг. Сразу будет все нищак. Дайте, дайте, дайте гимн, чтобы был я не один. Дайте выпить, закусить. Дайте, дайте побузить. Еще нам дайте гол, 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 водки, пиво и футбол. Та-да-да-дам, там-там, та-да-дам, там-там, та-да-да, там-там. Дайте шах и дайте мат. Дайте группу Ленинград. Дайте Невский и Арбат. Дайте танк и автомат. Дайте вражью нам страну, мы поедем на войну. Не забудьте наш прикол, водка, пиво и футбол. Та-да-да-дам, там-там, та-да-да-дам, там-там, та-да-да-дам, там-там. Там-та-да-да-дам, там-там, та-да-да-дам, там-там, та-да-да-дам, там-там. Дайте, дайте, дайте власть. Дайте что-нибудь украсть. Дайте денег, дайте в долг. А не то, какой с вас толк. Дайте вражью нам страну. Мы поедем на войну. Не забудьте наш прикол. Водка, пиво и футбол. Футбол, футбол, футбол. Футбол, 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 футбол. Булькает! Че напишет? Напишет-то? Кто? Это я, хорошо. Александра Смирнова? Да, пишет. Она пишет: Миша, Лена, привет. А Миша Великанов написал, что «Зенит» выиграл, и грустный смайлик прислал. А Александра Смирнова ему пишет: «Это же хорошо». Смирнова болеет за «Зенит»? Саша, ты что, за «Зенит» болеешь? А вот, кто, кстати, Игорь Конек поделился нашей трансляцией, за что ему превеликая благодарность. Да, это расширяет нашу аудиторию. Иван, и «Зенит» опоздал, все, и вот вчера «Зенит»... Чего там? Иван Чехлоевский пишет: извинямся, опоздал. Всем доброго вечера. Зенит чемпион, Спартак поражен. А они в сентябре на Казбек. Это Слава хвастается, что на Казбек. О чем можно? Катинков, а мы в сентябре на Казбек. На Казбек. В сентябре тоже? Собрался он на Казбек. Ну что, когти одел-то пошел. Казбек, он же не вышел. Не вышел бы Казбек, не вышел. Казбек. Не вышел. Там же. В Европе выше Эльбруса нет. Нету. Это самая высокая женщина. А Казбек, он не в Европе может. Так. Валерий Усачев спрашивает, сядем рядом, уже была? Сегодня не было ее.
Можно, наверное, в принципе. Но если останется времечко, тогда сделаем, если Валерий, да? Потому что сначала мы выполним четко заказ, что люди ждали, называли. Марьяна Абрамовна Ханукова пишет: футбол равно Газпром. Да, а Газпром равно Кремль. Сергей Крымов пишет про футбол актуально. Окей. Ну вот, значит, мы актуальная песня. А вот некоторые не понимают, что Газпром и Путин это одно и то же почти, как Миллер. Вот. И я была в Гатчине, там все работает. Но что на то? Не то, что в Питере. Ага. Ну, в смысле, там кафешки, наверное, какие-то, да, что ли? У нас тоже все работает. Мы были на 45-м, наливали, и все было хорошо. Хорошо, Валерий Усачев согласился. Марьяна Баконина присоединилась к нам. Привет, Марьяна. Она присоединилась точно, или она так просто одним глазом посмотрела и ушла? О, я не знаю, Марьяна. Ну, мы тебе рады очень, Марьяна. Мы тебе очень рады. Сердце. Да, сердце. Слушай, сердце свое. Вот, ну продолжим выполнять заявочки. Наверное. Сегодня, кстати, у Марианы Петуховой, или как ее? Замятиной. Нашего доктора, вот, лечившего очень многих горнолыжников, и меня в том числе. Ну, меня не очень-то лечили-то. Так, там лечить было нечего, но проверяли. Все ли функционируют нормально. Вот. То есть, ей благодарность и респект от всех горцев. Тех, в том числе, ходивших. Слушай, вот мы лоханулись, мы Эльбрус в Азии, пишет Слава Котенков. Почему в Азии? Кавказ, это Европа считается. Даже написано у тебя на футболке в Европе. Вот вообще. Эти кабардино-балкарцы, у них язык, как у казахов, ей-богу. Ну это, короче, это граница. Я половину казахского языка-то знаю. А из того половины, которую я знаю, кабардино-балкарцы употребляют. Михаил, Казахстан это Азия, а Кавказ это не Казахстан. Ну, а что кабардино-балкарцы? Грузины всякие, они европейцы. Хорошо, торговый центр работает. Хорошо, Смирнова. Александра. Как ее по батюшке-то? Еще обидится, что сказать фамилию. Так, давай продолжим заявки выполнять. Да. Вот заявка Галины Польских, «Новый день» песня. Давайте мы ее исполним. Делайте перепосты нашей трансляции. Кстати, Серега, надо нам собраться и поиграть, и попеть. Да сейчас. Серега, урвал в Краснодарский край, и все. Иван, мы в автобусе попоем. А Татьяна Шишкова управляет. Слава! В Европе. В общем, женщины за Европу. Потому что Европа, она женщина. Или брус. Тоже женщина. Итак, заявка Гимен Денвора, Дойчланд. Как хорошо рано утром, когда день не швырял, еще транспорт на улице, дрыхнут деревни и спят города. Весело смотрит вселенная лужицы. Кто это кто? Да никто, это я. Я беру снег, бегу, растираюсь, а где ты, любимая, спишь, не моя? Может, не спишь, уже, а просыпаешься. Новый день, мой подарок, мой новый день. Может быть, дураком умру. Тем не менее, новый день, и метет метель. Сколько дней, сколько было в судьбе твоей. Каждый новый чуть-чуть добрей. Чуть мудрее, но чуть быстрее. Эй-эй-эй. Поздно ночью горят города бор, свои многоцветки, падает снег, за отрядом отряд. Вот оно третье тысячелетие. Кто это кто? Да никто, это я. Я в новых кедрах бегу, разминаюсь, а где ты, любимая, спишь, не моя? Может, не спишь, уже, а поднимаешься. Новый день, мой подарок, мой новый день. Может быть, дураком умру. Тем не менее, новый день, и цветет сирень. Сколько дней, сколько было в судьбе твоей. Каждый новый чуть-чуть добрей. Чуть мудрее, но чуть быстрее. Эй-эй-эй.
рабочих шнуры подключаются, льется мелодия. Точно река. И барабанщик, похоже, врубается. Кто это кто? Да никто, это я. Мыло волне, я шучу, пробиваюсь. Где ты, любимая? Спишь не моя. Может, не спишь, а всю ночь тоже маешься. Новый день, мой подарок, мой новый день. Может быть, богачом умру, а? Тем не менее, новый день. Извинит апрель, сколько дней, сколько было в судьбе твоей. Каждый новый чуть-чуть добрее, ой, чуть мудрее, но чуть быстрее. Эй-эй-эй. Пишет: круто, спасибо, Миша. И Сергей Крымов нам подпевает: эге-гей. Эге-гей, поставил такие вот штуки. А на самом деле, я думал, что он сейчас помидоры выставит из Краснодарского края такие. А он 4 тюльпана. Хорошо, и 4 спасибо. Класса. И 4 класса. 4 класса. Он... Наверное, они вчетвером смотрят. Или в 4-м классе они там. Если на барабанах, то он в 4-м классе. Да. Они, наверное, с родителями смотрят, поэтому 4. Серега, Алена и двое родителей. Да. И каждый по классу нам. И по помидору. Помидоры Серега привезти должен. По крайней мере, вчера сами. Живьем. Вот. Ну, продолжим выполнять заявочки наши. Таня Шашкова, ты здесь еще, видишь ли, слышишь хорошо. Танечка у нас заказывала еще одну песню. Еще одну. Хорошую песню. Которая называется «Вагон над городом». Когда стартует новая лампушка, пора уже готовиться. Слушай, ну, имеет в виду осеннюю, да. Хорошо, Иван, спасибо за напоминание. Пора готовиться, конечно. Готовиться пора. Готовьте свои видяхи. Как раз, кстати, у вас, друзья, есть обалденная возможность. Сидите, там, сидите у костра своего, на даче. Включили. На природе очень красивые видяхи. Причем звук – это такая штуковина чудная. Она бывает только иногда... Ну, совершенно не готов. Бывает, инструмент плохой в руках. Ситуация не та. Сам подмог и еще что-то. И вдруг сделали видео, и все соединилось. И тот инструмент, который был так себе, вдруг какой-то дал интересненький дисторшн, кажется, так здорово звучит, и такой драйв, и все классно. И готовый номер для Кстати, лампушки. Вот Иван на лампушку хорошо, на природе. Да-да-да. Да, на природе очень хорошо. Это записывается. И птички чем там потом там сидя там у себя дома вымучивать за 3 дня до фестиваля, а когда там птицы тебя, это вдохновляют, цветы, запахи, либо сейчас доцветат. Да, видео доцветат. Можно заранее вот. Подготовить. Столько всего. Не ждать осени. Малинка сейчас пошла, вот, так что очень здорово. Можно написать сейчас клипы для фестиваля. Да. А я уже ел варенье из малины. Вот. Жизнь малина пошла, друзья. Вот. Если только у нас будет так же, как хорошо, как в Хабаровске. Так, поехали дальше исполнять заявки, да? Да, я вот предлагаю заявку Тане Шашковой исполнить. «Вагон над городом». Главное, надо не забыть про это самое... Про намек, который сделали на «Сядем рядом». Хорошо? Записала? Я записала, да. «Вагон над городом» завис. Значит, песня такая, ой-ой-ой, я бы сказал, песня где-нибудь даже 90-х годов. Даже, может, до 90-х. Может, какой-нибудь 88-й год. Главное не ошибиться в тональности. Если берешь первый аккорд, все хорошо. А вы, друзья, сигнализируйте. Ну, по крайней мере, никто не жалуется, да, что сейчас звук плохой. Вроде, да?
может, они стесняются? Нет. Видите, как звук? Нам всегда готовы помочь, всегда готовы рассказать. Скажу вам здрасте. Вот мне бы только доблестись. Вот только мне упасть. Вот только бы дерево обнять, что помнит голос твой. И самому мне не понять, зачем я здесь такой? Потерян пульс ночного города. Закрыть забыли город. Дверь. И дом твой, сжавшись весь от холода, что в мире есть. Где вы, светящийся объект? Где вы, хранитель снов? Где вы, заветов всех завет? Основа всех основ. Кивнет мне тополь свысока и скажет: брат, забудь, тебя простили врага. Иди куда-нибудь, ты сам светящийся объект, ты сам хранитель снов. Ты сам советов всех завет, основа всех основ. Потерян пульс ночного города. Потерян пульс ночного города.
Спасибо, Михаил. Я тоже эту песню очень сильно люблю. Вот Таня Шишкова пишет, обалденная песня. Да, эта песня как-то вообще не похожа на все остальное мое творчество. Слава Егоров пишет, звук сейчас хороший, басы в норме, исполнение на 100 баллов. Спасибо. Вот. Хорошо, что есть обратная связь. А так бы пел как попало. Булькал бы гитарой и трещал бы голосом. А так, пожалуйста, добиваемся. К концу программы вообще будет. А вот Валерий Усачев спрашивает, а вот заявку в друзья Михаил не принял. Почему? Валерий, а вы напишите сообщение, потому что Михаил мог просто не заметить. Если да, Валерий. У него там заявок сотни висят. Я думаю, что 300 висит где-то. Я вот, пытаюсь разобраться. Поэтому напишите сообщение. Иногда пытаюсь, да. Тогда напишите сообщение любое, хорошо, да? Без проблем. Это не зазнайство какое-нибудь там. Это черт тебе знает, что такое. Просто не видел, может, вашу заявку. Да. Вот любое сообщение. Привет, Миша. Хочу быть другом. Че, типа, не принял друзья? Вот и все. Вот. Так. Галина Польских сильно пишет. Спасибо. Марьяна Абрамовна, все песни хороши. Хорошо. Я предлагаю, тогда, а может быть, веселенькую премьеру сделать? Давай. Друзья, на самом деле, поскольку мы так все поднастроились, я сейчас рискну сделать, скажем так, ну, сырую вещь, абсолютно сырую, которая буквально... Спасибо, Валерий, понял. Да, сырую песню, которая, ну, совершенно не проверена. Ну, не проверены аккорды, не проверен текст, еще будет что-то меняться. Но надо же вас чем-то новеньким баловать, чего никогда не было. Не было еще ни в эфире, ни у костра, нигде. Эту песню я вообще написал, можно сказать, в бане. Не веником, а палкой-побивалкой, знаете, такая из прутиков, мускулы там тебе, вот та-да-т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 а, вот такая мелодия возникла, я подумал, бардовская песня, нет ничего чудесней, вот такая, пошло и написал песню, пока бил, значит, свое мощное тело палкой-побивалкой, да, надо, чтобы мускулы там немножко двигались, и соки по ним бродили. Всяко разное. Кстати, рекомендую. Рекомендую. Потому что там это не хватает. Массаж называется. Да. И если будете бить себя палкой-побивалкой, то будут сочиняться хорошие песни. Вот. Но это не садо-маза, это другое. Это массаж. Вот. Ну, значит, песня почему сейчас не хватает очень костров. Не хватает очень бардовской песни, не хватает Грушинского фестиваля. Вот. Не хватает, естественно, лампушки живой, да. Вот. И несмотря на все издевательства мои над этим жанром, не только мои, все-таки жанр остается самым, пожалуй, бескорыстным. Ну, не считая и тебе, Миша, сердечки. Ага. Вот она мне за футбольную песню, как Шару пишет, сердечки. Вот. Жанр все равно самый бескорыстный, наименее, ну, конечно, сейчас есть профессионалы бардовской песни, именно профессионалы там, денежные такие ребята, есть номенклатура бардовской песни, это существует такое, когда люди из, ну, специальные люди сделали свои работы, вот, а есть и разные вещи, но вообще по-любому этот жанр, наверное, самый, по большому счету, доступный, бескорыстный и душевный, и народный, даже со всеми этими обрастаниями, инфраструктурой. Бывает народной, а бывает инородной. Итак. Песня с юмором, если кто из вас тут барды, не обижайтесь. Это надо слушать. Нет, обижайтесь, ради бога. Если я не хочу, я никого не хотел обидеть. Хотел обидеть. Песня. Самая позитивная песня. Бардовская. Бардовская. Песни про погоду и про непогоду, можно про невзгоды, типа дождь прошел. А еще по ходу песни про походы и про песни, это хорошо. Бардовская песня, нет ее чудесней, собрались все вместе, а вот и хорошо. Березой, под сосной березой, даже под осиной, будто на горшок. Сел, напиваешь, почву удобряешь, песней продираешь прямо до кишок.
Хардовская песня, нет ее полезней, нет ее чудесней, так-то вот дружу. Лесные, нежности простые, все здесь холостые, третий день прошел. Наливай по 200 следующей невесте, на закуску лести, и процесс пошел. Бартовская песня, ты на первом месте, честь всегда по чести, лей нам пассажок. Пойте, говорите, токма без политик. Если бард политик, это просто шок. Пыхайте, калите, хоть весь лес спалите, лишь бы вы не политик, это не наш кружок. Бардовская песня, будешь ты известен, не политик, если так-то вот дружок. Про погоду и про непогоду, можно про невзгоды, типа дождь прошел. А еще по ходу песни про походы и про песни песни, это хорошо. Марьяна Абрамовна, веселые смешные смайлики присылает. Сегодня день металлурга. Светлана Ефремова пишет. Да, а я и моя сестра выпускницы Волгоградского политеха, факультет горячей обработки металлов. Есть что-то на эту тему? Сейчас будет. Света, а разве не вчера был день металлурга? У нас в Мариуполе 18-го вчера все отмечали, какой-то там салют был. Я же из Мариуполя, а Мариуполь — это город металлургов. Там у нас 3 металлургических комбината было раньше. Сейчас не знаю, все ли они работают или нет. Но город металлургов Мариуполь. И там даже на въезде стоит металлург. Помнишь, Миша, такой? Металлург на въезде в Мариуполь. Я сейчас пытаюсь понять, что про металл мне есть. Люди гибнут за металл. За металл. Ну как вам песня новая? Подошла? Запала, нет? Сергей Крымов радуется. Обработка металла, нет ее чудесней, пишется Александр Смирнов. Да. Я даже не знаю. Если мне придет в голову... Есть, но у меня есть куплет, по крайней мере. Про металл, ну там про бронзу. Типа... Коломбину стало проще поиметь. Раньше золотом брала, теперь иметь. Нет, это не то. Нет, да. Надо про сталипрокатный какой-нибудь. Про сталипрокатный. Будем думать. Будем работать на эту тему. А? Вышел в степь донецкую парень молодой. А он называется он шахтер. Хэви метал, да. Вот. Ну, ладно. Слава Баске, хэви метал. Бардовскую песню, в общем, мы спели. Не, у меня тоже есть, вот, прометалась такая квадратик у меня. Ну так песня. А вот это суперстар блюз, когда бери всякие. Потом придут седые панки, все наркоманы, хулиганы, раздолбай после пьянки, как посидели, как облысели. Но мы покажем, кто мы на деле. Пусть влетели все иракезы. Кончай водягу, панки, хой! Бери патроны и обрежи, и сковородки, цепи, наганы. Пора проведать ментов. Такая металлическая композиция есть. Квадратик, по крайней мере. Мариупольцев, да. Кстати, именно Мариупольский металлургический комбинат, да?
за металлургов. За металлургов. Именно он удержал определенное нападение на Украину. Там. Остановил кое-кого. Чушки они выставили. В общем, как-то так. Вот Таня Шашкова пишет, новую песню будем заказывать. Будем. Понравилось. Хорошо. Тогда, может быть, я хочу на стихотворение перевести вас, Михаил. Да. Напомним, что 25 июля мы встречаемся у сфинксов в 16 часов. Это будет у нас сколько? 40 лет без Высоцкого. Получается, да. 40 лет без Высоцкого. День памяти Владимира Семеновича Высоцкого. Ждем вас всех, друзья, возле сфинксов в 16 часов 25 июля. Кто хочет, приходите. Спеть и прочесть стихи сможет каждый желающий. Да. Посвященную Владимиру Семеновичу Высоцкого или его стихи. Можете принести песни. Цветы, там ромашки какие-нибудь. Да, мы их по воде пускаем. Пустим. Вот. Колокольчики, розы, гвоздики. Бывает, что после спектакля мы в Москву передаем. Особенно цветы. Дачники. Сейчас пустим по воде, и они поплывут по всему миру. Да. Так. Итак, значит. Стихотворение я прошу вас исполнить. Вот. Слава Егоров доволен панками. Посвящен. Панками, облысевшими и посидевшими. Итак. Я вернулся. Ах, вот оно. Вот как. Моим именем названа водка. И актер с голубой походкой мою маску надел и пошел. Режиссерская эта находка про наркотики, иглы, разводка. И смакует страна подноготку. И продюсер звенит барышом. Я вернулся. Но что это? Что же? На кого тут все стали похожи? Здесь рулят КГБшные рожи. То ли плач, то ли смех, то ли вой. Я вернулся, и день был погожий. Понял я, что мой дом уничтожен. Я вернулся с задачей несложной. Вам спасибо сказать, что живой. Спасибо. Благодарим вас. Вот, да, еще раз будет у нас возможность Владимиру Семеновичу сказать спасибо. Спасибо. Да, и как-то мы это умудряемся делать из того любимого им места в Петербурге, на набережной Невы у сфинксов. Еще раз, 25 числа, в День памяти, в 16 часов. Буквально позавчера, пятница, вчера был суббота, да. Вчера была годовщина да, 40 лет было ровно, как он вышел последний раз и сыграл Гамлет. Естественно, в театре на Таганке. А наш театр, в котором первый раз выступили они, разрушили. ДК первой пятилетки, где впервые театр на Таганке выступал. Галина Польских пишет. Так, хорошо, спасибо. Ну, хочу попросить вас, Михаил, вспомнить еще одного барда, который от нас ушел уже. Но у него был позавчера день рождения. Это Юрий Алексеевич Кукин. Да, запись. Да. Мы про него смотрели сюжет в начале трансляции. Угу. Вот, и посмотрим кое-что в конце трансляции. Да. Только я должен заранее сказать, только потом забуду. Тут, если первый сюжет это от Макса Горского, то тот сюжет, который вы увидите в конце нашей программы, это будет сюжет от Александра Никандрова, от московского режиссера. Вот он жил, добыл и бывает, кстати, у нас приезжает, эта станция называется Пелла. Вот там у него дача. Иногда он там заезжает, тот самый режиссер. А он на Пеле поет? Пела?
Танцевала. Хорошо. Про сверхпрочность. А, про сверхспрочность. Слушай, Ксения Горелька. А еще есть. Она про сверхпрочность. Сверхпрочный сплав. Сплав, да. Есть, да. Из народа сверхпрочного сплава. Да. Да, Ксюша, есть. И еще я вспомнила Спасибо. Про гвоздь. Гвоздь? Гвоздь же это металлургия. Металл? Не кузнечное дело. Ну, обработки металла, горячая обработка. Короче, если покопаться, то можно найти свет. Где-нибудь да найдется. Итак, что у нас, мы вспоминали Алексея Чукина. А, Кукина, да. Я что-то говорила, хотела сказать про него. Перебилась. Горы далекие, горы высокие, горы и улетающий, и умирающий снег. Если вы знаете, где-то есть город, город. Если вы помните, он не для всех, не для всех. Странные люди наполнили весь этот город. Мысли у них поперек, и слова поперек. Из разговоров они признают только споры. И никуда не выходит оттуда дорог. Вместо домов у людей в этом городе небо. Руки у любимых у них вместо квартир. Я никогда-никогда в этом городе не был. Я все ищу, но никак мне его не найти. Если им больно, не плачут они, а смеются. Если весело, вина хорошие пьют. Женские волосы бьются. И неустроенность им заменяет уют. Если присоединилась Софья, то к нам присоединился полностью театр дождей. Галина Польск пишет: благодарю, что вы есть. Творчество, песня, голос. И вы сами наполняете нас любовью, добром, нежностью. Это взаимно. Это взаимно, друзья. Ну что ж, Марьяна Абрамовна подпевает нам. Это я услышал, кстати говоря. У нас уже считают, что финал программы. Уже почти. Давай торопиться выполнять заказы. Да, вот у нас Максим Панов
заказал песню «Потеряй их». Я думаю, что, возможно, у него интернет там и не очень. Но зато он запись посмотрит. Но он посмотрит в записи. В общем, для тех, кто не слышал мои россказни и прелюдии, эта песня, так сказать, навеяна спектаклем прошлым летом Чулимский по пьесе... Кстати, Софья Бетехтина. Да. Это тут у нас, кстати. Ну да, но этот спектакль ставился не... По-моему, у них в «Дождях» не ставился, но в театре молодежном он работает. Там наша однокашница Зоечка Буряк. Да, работает. Ну там еще молодая девка работает. Ну, она уже слишком молодая, я ее не знаю. Вот еще. Так, все, понятно, да? Надиктовал мне эту песню. В общем-то, Вампилов, можно сказать. И 45-й километр. И 45-й, да, сослал на 45-м километре. По тропинкам интернета через много-много лет я вернулся в город этот. Что ж, спасибо, интернет. Я вести уже не чаял, поросли быльем года. Ты такая молодая, там осталась навсегда. Потеряй ее на танцах 30 лет тому назад. Я решил не оставаться, я уехал в Ленинград. Потеряй ее на танцах, совершил последний взгляд. Я за миг стал иностранцем, я уехал в Ленинград. Выбирали или-или, был никто нам не указ. И судьбу шутя краили, как одежды на заказ. Не пойти тогда на танцы или на танцы ногу включи. И простить, и догадаться. Мама, мама, не кричи. Потеряй их я на танцах 30 лет тому назад. Решил не оставаться, я уехал в Ленинград. Где 17, 18, жизнь казалась так проста. Все могло бы вновь начаться, но не с чистого листа. Не покинь тогда удела, где крошился H2O. Из всего, что в жизни сделал, я б не сделал ничего. Мне не 20 и не 30, но я слышу голос твой. Ты бы мог собой гордиться, тот мальчишка, что был мной. Потеряй их на танцах 30 лет тому назад. Я решил не оставаться, я уехал в Ленинград. Потеряй их на танцах, все решил последний взгляд. Я за них стал иностранцем, я уехал в Ленинград. Я уехал в Ленинград. Я уехал.
Спасибо. Спасибо, Михаил. Это была заказочка, заявочка. Заявочка, заявочка. Учите слово заказочка. Максима Панова. Какой-то Максим. Слава пишет. Это заявочка. Спасибо вам за поддержку, друзья. Заявочка по заказу. Заказочка. Да, заказочка. Да. Вот Галина пишет спасибо. Слава Егоров, спасибо, пишет песня «Класс». Ну, давай Валерия Усачева заявку сядем рядом исполним. Да. Кися, у меня тут эти гаджеты. Можешь какое-нибудь стихотворение прочесть? Он, блин, мне Кися тут нажала. Медведев Слава пишет, а хлопки нарисовал? Да, аплодисменты. Аплодисменты. А хлопки. А хлопки от аплодисментов чем отличаются? Хлопки это я тут делаю. А аплодисменты у нас все зрители онлайн бурные делают. Вот. А кума что-то не видно, он показался и так. Да, Вин, дивиться та рыбку есть. Дивиться та рыбку есть. Зажарив, наверное. Мабуть. Ну, еще мои тут заявки есть. Я вот хотела песню послушать, которая она не совсем по теме, но я ее очень сильно люблю. Ну, будет? Нет? Да. Давай уже, во-первых, у нас время. Во-вторых, это самое, надо сделать так, это самое. Если мы сегодня все переделаем, что мы в следующий раз делать будем? Вот. Так что давай, я хочу прочесть стихотворение. Хорошо. А то мы на ночь стихотворение читали. Хорошо, стихотворение. Ты артистически хлопнула дверью. Не обернулась, согласно поверью. Все герцогиню во мне огорчало. Этот конец обернулся начало. В мире моем на затея. Быстро живу, правда, время быстрее. Книги, концерты, кино, стройка века, спасение планеты от человека. Посадки деревьев, влюбленности, песни, проделки мои с каждым днем все известней. Юность закончилась? Нет? Не заметил. Внуки пошли, а потом снова дети. Ученики, постановки, гастроли, добрые, злые, веселые роли. Свадьбы, поминки, друзей, юбилеи чаще теперь замелькали, быстрее. Хочешь, зайди, я налью, мы отметим, нас поменем, жили-были на свете. Вот на подходе прикольная старость, но для тебя места там не осталось. И, наверное, внезапную заявку от Валерия Усачева. Да, от Усачева Валерия, которого надо принять куда-то, да? В друзья. Вот. Ну, давайте попробуем эту песню спеть. Светлана Голуба пишет. Привет и спасибо из Колумбо, Сахайо. Из Огайо. Что такое? Спасибо, приятно. Привет, Америка, привет. Наконец-то мы собрались. Отдел оторвались, сели рядом, поедались, свечи новые зажглись, потихоньку разливайте, и позвольте, я скажу, как я счастлив, что я с вами. Как я вами дорожу. Сядем рядом, сядем рядом. Пусть горит, свеча горит. И слова искать не надо, если сердце говорит. Сядем.
совсем рядом. Сядем рядом. В темноте пропали годы, мы хранили столько тайн. Но сегодня, сегодня объявляю я, что стоп тайм. Так сядем рядом, пусть горит свеча, горит. И слова искать не надо, если сердце горит. Сядем рядом. Тоже говорите, пусть летит за часом в час. Мне так важно слышать каждого из вас. Сядем рядом, пусть горит свеча, горит, пусть горит свеча, давай. Искать не надо, если сердце горит. Сядем рядом, сядем рядом, сядем рядом, сядем рядом. Наша телерадиокомпания «Песня 21» благодарит всех, кто собрался в наш замечательный круг, за то, что вы пролетели вместе с нами вокруг нашей замечательной звезды по имени Солнце на спутнике под названием «Планета Земля». Целый час вместе попили с нами песен, послушали, пообщались, поговорили чего-то за нашим виртуальным столом. Вас ждем через неделю за этим же виртуальным столом. Можете наливать. Кстати, помогайте нам перепостами. Можете наливать. Ну, наливать можно условно, да? Там какую-нибудь копейку кинуть в этот самый на счет, который там указан у вас. И мы нальем. И доживем до следующего концерта. Спасибо всем, кто помогает, всем, кто перепощивает, кто писал добрые слова. И если даже кто-то не очень-то согласен с нами по какой-нибудь позиции, но спасибо вам за терпение, за то, что... За любовь. Любовь — это такая штуковина. Когда любовь, тогда и позиция. Поговори еще немножко. Тогда и позиция, в общем-то, будет правильная. Понимаете? Понятно, да? И найдутся правильные слова, найдутся правильные ощущения. И мы как-то, если постараемся, в общем-то, спасем, так и спасем этот мир от... От чего? Спасибо за отличный концерт, пишет Слава Егоров. Спасибо за концерт, пишет Виктор. И тебе, и Лене спасибо за вечер, пишет Леночка Кокшарова. И Максу спасибо. Сейчас Леночка нам запустит трек. Продолжение, скажем, того трека, который начинал Макс. Но это будет трек уже от московского режиссера Александра Никандрова. Ну что, сюжет? До новых встреч, друзья! Михаил Новинский, Ирина Пинчук с вами. Встретимся через неделю. Через неделю, да. Пока, всем здоровья и хорошего настроения. Мы вас любим и мы вам очень благодарны за то, что вы с нами. Перепощивайте, остаемся с вами. Не теряемся. Берегите себя, близких. Как я писался в этой маленькой наивной песне. Поехали, называется «За туманом».
просто. Для того, чтобы однажды уходить. Ты представь, что это остров, очень остров. Горы, солнце, дикая песня и дожди. Словно на тебе, мне в дорогу чемоданы. Thank you.